просветительском центре Усово-Спасское состоялось закрытие недели православной книги. Организаторами мероприятия выступили Одинцовское благочиние, районная администрация и управление образования. Ежегодно проводится неделя православной книги, потом завершается таким праздником, днем православной книги, где участвуют наши школьники. В этом году мы, конечно же, расширили формат, участвуют у нас в этом году и родители. Поэтому, ну, это культура общения, культура ценности книги, чтения книги, ну, и именно православные книги. День православной книги проводится с 2010 года во всех епархиях Русской Православной Церкви. Как отметил благочинный церкви Одинцовского округа Игорь Нагайцев, из года в год у молодого поколения растет интерес к православной книге. На этот раз в духовно-просветительском мероприятии приняли участие более 100 школьников. Дети приходили в храмы, они знакомились с архитектурой храма, они знакомились с последними изданиями. До них доводилась информация, которая бы им могла помочь в повседневной жизни и сориентироваться на протяжении всей их жизни. Нам очень приятно, что такой большой охват в этом году получился. Практически приняли участие все муниципальные школы и дошкольные учреждения Одинцовского района. Очень приятно, что многие родители откликнулись на наш призыв принять участие в этом мероприятии. День православной книги был учрежден в память о выходе в свет самого первого на Руси книгопечатного издания апостола Ивана Федорова. На мероприятии говорили о важности православной книги в жизни каждого человека. Во время экскурсии гости посетили мемориальную комнату, посвященную святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне, увидели макет исторической усадьбы Ильинское Усово, а также побывали на выставке «Православная книга». Ее организовали к столетию убийства императорской семьи. Продолжением праздника стало торжественное собрание, открывшееся прологом о Библии «Забытая книга». Игорь Нагайцев отметил, что православная литература призвана помочь человеку сделать достойный и нравственный выбор в различных жизненных ситуациях. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».